Спрятался в свой домик, мы уже приехали домой. Давид в своем домике покажет вам, сколько конфетов ему надавали. У меня много хуба-буба. Много хуба-буба тебе дали? Ничего себе, сколько конфет тут заработал. Много. Обалдеть можно? Ой, коровка, коровка. Коровка даже. Ух ты, сын. Сколько всего! Давайте посмотрим, какие тут конфеты у Давида. Всякие немецкие вкусные конфеты. Ой, смотри, а это даже карандаши и краски. Смотри, карандаши и краски, надо же. А тут у нас что? О, смотри какой. Это русский петушок. Петушок. Да, представляешь? Смотри, Мишка. Что это? Мишка. Вон, киндер. Я хочу сначала тутти-фрутти. И тутти-фрутти, да. А я хочу сначала коровку. Коровка? А ты покажи сначала ее. Какая там коровка? О, какая. Желейная. Желейная коровка. Ну, давай, открывай. Вот. Все, Давидка, праздник живота у тебя. Вот. Какая она? Ой, с пятнышками, такая милая. Ну, попробуй, вкусная. Резиновая. Класс? Хорошо. А мы сейчас заглянем тебе в окошко. О, у Давида тут окошки. Сейчас тебе заглянем, сколько у тебя тут конфет. О, сколько конфет. Это мы за полчаса собрали, ребята, представляете? Мы не так долго ходили. Другие целыми часами ходили, мы замерзли. Замерзли, как котики, потому что было очень холодно. Еще и потом дождь пошел, да, Давидка? И мы решили заканчивать наши походы. Ну что, классные конфеты? Этих конфет тебе на сколько хватит? А? Не знаю. Не знаешь? На неделю или на месяц? Месяц. Я еще до моей омы оставлю. Да ты такой щедрый. Думаешь, всем хватит, да? О! Я все конфетки почти вот передам оме. Да. Ой, ума-ума! Ома, это Давида бабушка. Кто не знает, она живет в России, а мы живем в Германии. И Давид хочет ей тоже конфеток привезти. В общем, прикольные конфетки всякие разные тебе надавали. Видишь, так много хуба-буба. Ух ты, вот это да. А вот эти хуба-буба, кстати, они фруктовые. Я их очень люблю, они вкусные. И даже тебе дали каприсан. Нет, не каприсан. Какой-то витаминный напиток. Смотри, киндер-шоколад. Еще что тут? Типа как сникерсов. В общем, много-много всяких вкусных, превкусных конфет. Что ты ешь? Кола. О, желейные конфетки с колы? Угу. Супер. Ой, еще хуба-буба. Еще хуба-буба. Ой, что-то упало. А мне дашь попробовать? Угу. Спасибо. Вкусно. Я тоже, между прочим, пела. Я тебе подарю вот такую. Спасибо большое. Какой классный. Ну все, давай прощаться. И вот. И вот эту тоже. Ребята, мне сегодня везет. Ну все, понравилось видео? Ставь лайк. И подписывайся. А наш канал Давид Kids TV. Пока. До новых встреч, друзья. Пока. Пока.